Эта новость еще больше обеспокоила, потому что совершенно искажаются факты. И нас обвиняют в том, что мы не рады их успехам. Но успех тут трудно усмотреть, сказал сегодня глава внешнеполитического ведомства в интервью радиостанции «Жюниорадиос», повторяя то, что проверка международных экспертов была крайне избирательной. По его словам, Республика Беларусь, получившая фрагментарные выводы, любит обобщать, словно говорится об успехе всего проекта. В ответ на вопрос о том, не потерпела ли литовская дипломатия фиаско в вопросе БелАЭС, поскольку соседние страны не поддерживают ее призыва блокировать импорт электроэнергии с будущей станции, Линкявичус заверил, что нужно стараться, даже если нет желаемых результатов. Фиаско будет тогда, когда будет результат, а усилия все равно должны быть, невзирая на то, что они не дают такого результата, на который мы надеялись, сказал министр.